зале Центральной детской школы искусств звучит концерт Вивальди «Соль минор». Под аккомпанемент фортепиано классическое произведение исполняет 15-летняя Екатерина Гаврилова. В ее руках домра. За 10 лет девушка научилась мастерски владеть народным инструментом, и все же волнение неизбежно. Прослушать ее и других ребят школы приехала опытный музыкант Надежда Дмитриенко. Впрочем, не только прослушать, но и помочь практическим советам. Большим пальцем немножечко делаем угол наклона медиатора, чтобы прикрыть тембр. Попробуем. А сейчас сыграй, пожалуйста, вот ударом вниз, чтобы выровнялась полностью эта линия. Надежда Дмитриенко – выдающийся музыкант, доцент струнных инструментов Музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова. Подобные встречи юных талантов и профессиональных исполнителей стали возможны благодаря благотворительному фонду Юрия Башмета. Правильно показывает, как строить фразы, и это помогает уже в профессиональной карьере в будущем. Нужно обязательно прислушиваться к этому, чтобы на сцене играть увереннее. Педагоги Химкинской школы искусств стараются использовать каждый шанс, чтобы их подопечные получали ценные уроки от именитых музыкантов. И я считаю, что очень нужны мастер-классы, потому что, во-первых, детки работают с другим преподавателем, тоже очень важно. Как правило, уже к одному привыкают, и немножко это уже как отношение между мамой, да, и ребенком. А тут уже со стороны взгляд и все ошибки, которые не видны бывают иногда в классах, уже начинаешь относиться к себе более строго и искать вот все недочеты, стараться уже более тщательно их исправить, потому что здесь уже преподаватель более строгий и незнакомый. Такие мастер-классы проходят в детской школе искусств ежемесячно. Поделиться знаниями и опытом приезжают профессионалы в различных областях искусства.